Друзья мои, я вас всех приветствую. Сегодня будет нереально жарко, потому что нас ждет грандиозная уборка. Да, мы сегодня наведем сумасшедший порядок, да, мы его так назовем, потому что на самом деле у нас завал, просто хана, что у нас творится под навесом в гараже. Это просто нечто. Ну а что об этом говорить, сейчас все покажем. В общем, что у нас? Тут завал. Завал. Ух ты. Все подмастья, шкафы старые, там холодильники, коробки. Вот здесь вообще вот так все загромождено полностью, да. Вот это все это нужно куда-то что-то деть. Потому что дальше работать вообще не вариант. Здесь тоже, здесь, если честно, вообще страшно показывать. Вау, что тут творится. Это коробки после техники, телевизоров, холодильников. Вообще просто здесь, я не знаю, нереально, что творится. Это нужно быстрейшим образом от этого всего избавляться. Вот кое-что, что не нужно, отдам хорошим людям. Вот остальное нужно более-менее все это сложить, привести в человеческий порядок. Вот. Потому что на самом деле тут не то, что ногу сломаешь. Потом надо будет зайти сюда на огород, посмотреть, что у нас. Вот, хотя сейчас уже моросит, но тут будет некомфортно работать. А так нужно было немного почистить, распланировать, да, потому что скоро начнется сезон посева. Вот, а так прям погодка последние дни хорошая была. Вот, и уже цветочки пошли. Кстати, розы уже начали отходить. Нужно будет их чуток тоже обрезать, все раскидать, посмотреть, ну, как всегда. Сделать красоту красотющую. Поэтому будет мир, труд, май. Чистота и порядок — это очень важно. Да, важно, чтобы все было по своим полочкам, все было по своим местам, как говорится, и будет нам счастье. В общем, много разговаривать не будем, а будем мы сегодня конкретно от души работать. Устраивайтесь поудобнее, да, кто как, подушечку положили, чаек есть, печенька есть, это классно. Ну а мы начинаем, погнали. Начнется чистота и порядок. Thank you.
Так, ну что, маленький этап уже пройден. Сейчас посмотрим, что есть, что получилось, что хорошего. Ну, уже более-менее, уже можно в гараж войти как-то, что-то увидеть, что-то найти, не спотыкнуться, не убиться. Вот уже более-менее. Вот, кое-что нашлось, чего не было, чего-то вообще очень много стало. К примеру, изоляции я обнаружил, что у меня здесь целая упаковка еще. Вот, но ничего страшного, как говорится, лишнее не будет. Она еще есть, куда у меня пойдет. Вот, немного здесь досок, реек, более-менее которых живых. Там были вообще трухлявые, уже там сгнили полностью. Я их все уже отправил на переработку. Вот, это наш, кстати, генератор. Мы его покупали, поэтому, когда у кого-то были опасения, если вдруг, если выключат свет, что делать? Поэтому вот он у нас есть, отлично работает. Кстати, у меня еще на нем стоит аккумулятор, поэтому можно будет со стартера заводить. Мы уже им пользовались, все отлично, здорово, хватает вообще с головой. Но опять же, да, в таких простых целях, это как свет, интернет, телевизор там и какая-то мелкая бытовая техника. Вот во всем остальном, конечно, будет идти нагрузка, потому что надо более мощный брать по киловаттам. У нас он, по-моему, мощность 2,8 киловатт. Не знаю, пока отлично работает, нареканий никаких нету. Вот это у нас компрессор. Это не мой хороший человек дал. Я им пользуюсь, крашу какие-то определенные наши вещи. Вообще классные, здоровские. Фу, тут, конечно, тоже еще маленький завал, кое-что валяется. Если честно, нужно будет до конца, когда уже все ремонт закончится, все полностью отсортировать, посмотреть, что не нужно, и вообще избавиться от этого полностью. Потому что многое, что вообще здесь не нужно. К примеру, эти матрасы, это один у нас, еще их потом два. Вот предложим, возможно, кому-то они нужны будут, в каких целях, я не знаю. Нашел грабли новые, кстати, прям нормально, вот, потому что скоро уже посевные работы. Базилик даже, семена, пачку нашел. Тут медный купорос, бородская смесь, супер универсал, какая-то подкормка. В общем, я основательно чувствую, готовился. Вентилятор тоже скоро понадобится. Вот моя резина летняя, надо будет переобуться. Двери, если честно, пока я еще не буду от них избавляться, потому что у меня еще банька, еще будет курятник. А вот туда понадобится две хорошие деревянные двери, это вот одна и вторая. Вот там у нас получается дверь, они отличные. Вот за ними еще пару белых, но они такие тонковатые, ну, если честно, ни о чем. Потом вот эти рамы оконные, их здесь очень много, они тоже гниловатые. Если честно, посмотрю, у меня еще и пластиковые окна, что пойдет на курятник, что пойдет на баньку. Возможно, курям пойдут какие-то окна, если они более-менее будут нормальные. Если нет, соответственно, дам объявление, возможно, кто-нибудь приедет, заберет, кому нужно будет. Вот. Ну и предложу, конечно, знакомым, возможно, кому-то они понадобятся. Вот. Ну и, соответственно, тоже все остальное нужно будет разгребсти. Сверху там кое-какой материал упаковал. Вот, по мелочи. Косилка тоже уже приготовлена, потому что скоро трава пойдет. Это морозильная камера. Мы здесь в основном замороженная вишня, слива. Вот, и немного мяса. Основное все мы уже перенесли в дом. Классно у нас выручила, помогала, потому что у нас был маленький холодильник, куда вообще ничего не помещалось. Вот, это мусор собрался, и нашел я еще у себя в мешке золу. Перед обработкой земли обязательно ее все это высыплю. Как раз удобрится она и будет нормально. Ну и там, конечно, еще есть кое-что по мелочи. Вот. Что странно, я заметил просадку громадную. Здесь вот смотрите, какая пошла трещина. Вот она пошла. Ну, я не думаю, что столько мыши выбрали, потому что здесь было ведро земли. Вот, и они у меня здесь опять начали жить. Вон одна нора, вон вторая. Гребли здесь целую кучу глины. Вот, а в этом именно месте, вот это получается 1-2 метра в длину, смотрите, да? Просадка прям конкретная дало. Я не знаю, что здесь было. Возможно, какая-то пустота или колодец какой-то был раньше. До конца нормально не засыпали. Вот. Хотя на машине сюда я не заезжал вообще в этом году в гараж. Вот, но все же просадку дало. Есть она, вот видите, хорошая просадка. Ну да ладно. Хотя, а вдруг там клад какой-нибудь? Или там бочонок золота? Ну посмотрим, может, как говорится, желание будет, мы раскопаем. Вот, во всем остальном, ну, пойдет более-менее уже
как-то что-то можно передвигаться. Тихо-тихо, потихоньку. Это тут бассейн детский. Скоро тоже надуем, пусть дети кайфуют. Когда уже будут стеллажи, полочки, все, что нужно будет, когда все будет по своим местам, вообще будет прям красотень. Так, ну и второй этап. Второй этап, здесь тоже завал полнейший, вообще просто нереальный завал. Здесь все вот так находится. Кошмар, что здесь творится. Вот это все нужно будет тоже прибрать, убрать. Что не нужно будет отдать, что вообще уже непригодное, нужно будет, соответственно, выкинуть, утилизировать. В общем, хана, что здесь творится. Здесь тоже нам нужно навести красоту, красотющую. Хотя более-менее, да, я же говорю, чтобы какой-то вид был, потому что уже, если честно, прям стыдно. Прораб, а. Ну что, отправимся работать? Так, что у нас? Сейчас чайку горячего пьем, согреваемся, потому что погода испортилась, пошел мелкий дождь и ветерок поднялся, да, но ничего, нам это не помеха, как говорится. Кто хочет, тот пойдет и сделает, как и всегда. Ха-ха, моя доченька бежит. В общем, мы погнали и продолжим наводить порядок и красоту, так что оставайтесь с нами, как всегда, интересно. Все, вперед! Вперед, вперед, пойдем работать. In the park.
Поработали, порядок навели, посмотрим, что сделали, что получилось. Не успел я на огород зайти, дождь пошел, сейчас грязь, и попозже зайду здесь, все уберу, что лишнее, посмотрим, удобрим, обработаем, вот, подготовим. Дождь мелкий такой, но моросит прям конкретно. Так, ну что у нас? Что у нас уже вот так вот более-менее, вот уже, как говорится, можно пройти, что-то как-то подойти к вещи, взять ее и не сломать ногу. На самом деле, все лишнее убрал, что не нужно было. Трухля прям вообще какая-то конкретная уже сжег. Полностью металл к металлу пока, пускай там валяется. Уже в конце посмотрим, когда все закончится. Вот что не нужно будет, соответственно, сдадим на металл, потому что цена сейчас на него хорошая, ого-го какая. Вот. Ну а так, здесь в принципе ничего не осталось. Я же говорю, там металл кое-где по мелочи. А здесь мои профиля, маячки. Мне еще понадобится на фасад. Такие вот три оригинальных стулья. А вот нет, я их не буду выкидывать, уже есть кому их отдать. Ну и вот это все старое, эта дверь тоже, по-моему, кто-то заберет. Наши окна пойдут на баньку, на сарай, посмотрим, что-то где-то будем модернизировать. Там, ну, стеллажи это, соответственно, все уберется, там шпателя, инструмент, гипсокартон никуда не убирал, потому что он мне сейчас понадобится, кое-что им нужно будет доделать, завершить. А вот. Обнаружил я у себя еще удочку. В этом году на рыбалку пойдем по-любому. Без этого никак. Вот. Кто-то говорил, как неудобно вход у вас оттуда. Вся грязь будет нестись. Нет, у нас вход вот и отсюда есть. Наша вот эта прекрасная дверь. Вот это наш старый изначальный вход. А вот отсюда мы сейчас свободно заходим. Там разуваемся. Грязь ничего не несем. Ну и нормально получается. Дорожка все освободил, тоже выкинул. Здесь вот какие-то строения такие деревянные. Вот дополнительно к ступенькам. Это, конечно, потом все уберу. Вот эту стену тоже я снесу. Навес тоже сносим мы. Фасад мы облагораживаем. И здесь ступеньки я тоже сделаю нашей плиткой. Что и дома у нас я делаю. Вот этой нашей прекрасной плиткой под дерево лапорет. Красиво порожек мы выложим. Вот он, в принципе, у него симметрия есть. Вот он идет. Здесь просто добавили, вот видите, вот он кончается, вот шик, и вот там тоже вот так ступеньки идут дальше, вот, и будет уже внешний вид, конечно, совсем другой. А вот здесь, конечно, тоже все нужно будет переделать, полностью забор, навес, потому что это, фух, хочется все сделать, как говорится, в одном стиле, едином, чтобы глаз не дергался, не напрягал. К примеру, вот этот забор, это вообще что-то с чем-то, да, вы помните этот знаменитый треугольник. Здесь шифер, здесь кусок сетки непонятный. Вот, здесь вот так треугольник. Здесь тоже нужно будет все сделать, чтобы было красиво, чтобы было приятно смотреть на все это дело. Поэтому, как говорится, работы очень много, работа есть. Не лениться, каждый день что-то делать. И вот, и будет результат. Вывел я розеточку. А вот это у нас
кабель под нее, потом кабель просто отдельно куда-нибудь пойдет, возможно, на баньку. Ну и на освещение вот уже висит. В остальном все хорошо, все отлично. Теперь можно спокойно работать, приступать к нашему новому объекту гардеробной комнате. Вот. Поэтому, ух ты. Вот вы многие все написали, ты уже опоздал с рассадой, надо было раньше сажать. Если честно, мы... Сейчас тапочки одену. Если честно, мы никуда не спешим с рассады, что-то там быть первыми, чтобы вот-вот-вот пошло. У нас вполне прекрасный климат. Вот. И до поздней, можно сказать, до заморозков у нас все плодоносит. И я вам так скажу, огурцы можно и повторно сажать, что я сделал в том году. Это не то, что там как-то обеспечивать нашу семью зеленью, овощами. Вот. И в основном это будем сажать для себя, для души. Просто потому, что нравится, да. Хотели выехать сегодня, заехать в светофор, не знаю, получится или нет. Там, кстати, завезли удобрения. Вот, нужно будет взять кое-какие подкормки мне для рассады фикс прайс. Мне нужно было взять маленькие лоточки, чтобы посеять нашу рассаду. Я много не буду сажать на самом деле. Чуток совсем помидор, чуток перца болгарского, сладкого перца острого. Синенькие баклажаны, да, получается. И я даже не знаю, что... Ну, по зелени понятно, что там будет. И петрушка, укроп, там лук обязательно, да, чеснок, это мы все посадим. А все такое, в принципе, основное, что мы сажали. Ну, огурцы, конечно, соответственно, все попозже. Например, два куста черри нам в том году хватило с головы. Просто было облеплено этих помидор. Это я просто боролся с гусеницами. Это был какой-то кошмар. Это был какой-то вообще... Не знаю, что творилось, они просто съедали все кусты, приходилось обрабатывать. Это, ну, не знаю, кошмар, что творилось. Совка, по-моему, правильно называется. Это разносчица этих бабочек, этих гусениц. Бариандра. Он сейчас на улицу каждый день выходит. Я же говорю, травка зеленеет, он ее прям ест, как, я не знаю, как кролик, да? Да, Поэтому огород будет, не переживайте, все будет, все посадим, все увидите, как что пойдет. Вот. Сегодня было как-то так, потому что на самом деле было необходимо навести уборку, необходимо было навести порядок. Вот. Если честно, я не могу в таком беспорядке работать, я не могу, когда это все находится, на все это смотреть. Но и с другой стороны, нужно делать ремонт, это когда ремонт, сами понимаете, рабочий беспорядок, но все же его нужно поддерживать. Так работается намного легче, вещь быстрее находится, я не ищу по 10 раз, что, где, как, где она лежит. Вот, я же говорю, и более-менее можно как-то перемещаться уже по дому. Сейчас мы приступим к ремонту нашей гардеробной комнаты. Вот, потому что у нас все вещи, еще раз, да, объясняем, лежат там в мешках, в баулах, и это все нужно будет распределить, чтобы нам спокойно уже можно было полностью функционально пользоваться нашим домом. В принципе, санузел готов, ну, какие-то маленькие мелочевки мы уже будем дорабатывать. Вот, хотя, если честно, хочется сразу все доделать, потому что к этим мелочевкам потом очень долго возвращаться и делать их не совсем удобно. Вот. Кухня готова, спальня есть, вот, я же говорю, гардеробная, и все, и мы поперли, ну, останутся там уже детские, то темки, да, соответственно, мы тоже подготовим и сделаем нашу комнату, потому что нас еще, я же говорю, ждет фасад, и все нужно будет успевать, ну, скорее всего, мы будем разбавлять, и там немного поработаем, и там, потому что хочется, на самом деле, много и клумбу сделать красиво, чтобы все было, но за все хвататься, это тоже не есть правильно. Когда ты перестанешь успевать, зачем? За тем же огородом, вот, он превратится, да, в какую-то, не знаю, там, заросшую поле сорняком, вот, и непонятно, что там вообще будет расти. Соответственно, каждому цветочку, каждому растению нужен уход, так же, как и каждому животному, человеку, это все живое, вот. Нужно на это, соответственно, время. Силы есть, а вот время, да, оно драгоценное, оно дорогое. Ремонта сегодня не было, ну и хорошо, как говорится. Много сегодня отошли от него, да, навели порядочек, ну и здорово, поэтому я вам тоже всем советую, рекомендую выйти, навести прекрасный порядок, не только, я же говорю, где-то, возможно, во дворе, в доме, но главный порядок должен быть всегда в голове, вот, потому что оттуда все и исходит.
Ну все, мои дорогие, на этом мы будем, наверное, плавно заканчивать. Я вам напоследок, конечно, хочу всего от всей души пожелать. Конечно, главное здоровья, мира, любви, а вот и удачи. И пусть все у вас, как всегда, будет хорошо, мои дорогие. Надолго мы, конечно же, не прощаемся. Скоро мы с вами обязательно увидимся. Всем счастливо, всем пока. Берегите себя.